Ванга назвала знаки зодиака, которые способны спасти этот мир от апокалипсиса. Всего таких знака три. А кто это, я сейчас тебе расскажу, только для начала подпишись и перейди в мой телеграм. Там есть для тебя сюрприз. А мы начинаем. Первый знак – близнецы. Близнецы – самый общительный знак из всех, поэтому они способны сближать и объединять людей. Их идеальная рабочая среда – та, которая поддерживает в них интерес, чтобы они могли свободно двигаться. Второй знак – Козерог. Предназначение козерогов – научить мир важности воспитания и поддержки близких. Этот знак полон эмоций, а своим близким они предлагают доверие и надежность. Козероги рождены для того, чтобы преодолевать трудности, пройти длительное обучение, взять на себя ответственность и достичь положения, вызывающего уважение и авторитет. И третий знак. Их цель в жизни – сделать этот мир лучше, независимо от того, делают ли они это, продвигая какие-либо технологии или занимаясь общественной деятельностью на общественных началах. И это Водолей.